Всем здарова, народ, с вами Алекс Диего. Такое небо голубое. Так, ну что, тут я дошел до второго чекпоинта. Не так, в принципе, и далеко. Но грусть, печаль, тоска и одиночество. О! А вот и наш первый сударь. Он стоит, нас ждет. Он там стоит. Так, оружие у меня забрали, зато патроны при мне. Сражаться будешь? Давай один на один. Кирпичом поебал. Ляг, отдохни. Чара. Все. Сила. В этих руках. Не... Че ты там, блядь? Закрутился, хер моржовый. О! Двуручника. Коротковат. Думали, ни разу что ли выдерга не пользовался. Что происходит? Так, почему я вообще... Дай мне молоток, чёртова! Чёртова это самое. Ну-ка, кирпич, я выбираю тебя. Ничего нельзя быть доверить этим молоткам, блин. Зато я научился прятать молоток за спину, как джедайский меч. О, джедайский меч за спину не прячется. Ну да, было бы забавно плазменный меч засунуть себе за спину. Замочек, замочек. Иди-ка нахрен, замочек. Баночка консервов. Так, не пугайтесь этой надписи, это у меня специальный мод для VR, которым я смотрю время. О. Пожри кирпича! Чё, гей? Вот тебе консерва, мразь! Сейчас, погоди. Ну чё, давай, один на один, ты да я, а? Чё, всё что ли? Эй, ты всё что ли? Видимо, да. О, ещё один. Ну, в принципе-то я готов. Да, ща подкрадываемся. И чё, мало что ли? Вот эта задница крепкая.
Пошлепаем ему по жопе. Так, что тут еще есть? Какие-то контейнеры. У вас очень богатый внутренний мир, молодой человек. Ну и нахрена я сюда пришел? Кто бы знал. Так, ну что ж. Там что-то... О! Ключ! В какой-то коробке есть ключ! Ударная часть молотка нам не особо нужна в этой игре. Неплохо, он так меня присобачил. Слышь ты, говно. Так, где-то должен быть ключ. Ключ. О, вот он и ключ. А что еще есть? Кирпич, кирпич. Ты. Так, но мне нужен ключ. Система инвентаря. Куда он делся, кстати? Мячик. Ко мне, маленькой. Ты куда ускакал? А, ты себе собрата нашел? Прикольно. Это было забавно. Так. Я Капитан Америка. О, турель. Ха-ха. Блин. Жалко его. Так я бы был настоящим рыцарем. С мечом и щитом. Блин. Что, блядь, происходит-то? Твою мать. Меня напал стол. Так, все, звук поднятия был. Ладно.
Вместо щита мы возьмем турель. Что может быть круче турели? Конечно, еще одна турель. Так, желтый ключ нам нужен сюда, потому что турелью можно что делать? Стрелять! Что здесь? Ты меня напугал. Я не люблю бояться. Блять! Ты дурак! И голова у тебя... Он еще жив! Лысая! Блять! Под жопу тебе ногой, блять! Бежишь тут, балерина долбаная! А ты, турель, чуть меня самого не... Блять, магия вне Хогвартса. Меня самого не пристрелило. Ёбаная турель. Надеюсь, он там был один. Охраняй. Ну тебя нахрен. Долбанная игра. Так, видим ключ. А чё опять такой низкий? Упс. Проход, окей. Кнопки не работают. У вас сисадмин говно. Ик. Ага. Дверь никуда. Окей. О, так. Иди-ка нахрен. Топор. У меня теперь есть молот и топор. Я охрененный. У вас часы сломались. Ну и хрен с ним. А.
Ну, я правша, мне удобнее справа брать топор. Ух ты ж, ёб твою. Что там происходит? Происходит какая-то дичь, пора валить отсюда. Я говорю, есть патроны, но нет патронов. Окей. Но там... Какая-то дичь происходит. Закрыто. Ладно. Знал бы, я принес с собой турель. Так, кнопки лучше не трогать. Пока что. А, у меня же есть еще одна турель. Я и забыл про нее. Говна кусок. О! Тут две турели. Чтоб мне руками не носить. Ну-ка, давай. Запускайся. Карманка чертова.
Охуей, блядь. Чё думал? Давай, иди сюда, ты! Бесивая скотина. Там и те. Иди сюда, ты. Ты, который думаешь, что не ты. Ящик сбрасывай. Он, ты чё такой бессиленный, а? Сам прыгай. Неплохо. Определенно неплохо. Хоть мужики с автоматами меня пугают. О, новая точка сохранения. Что там за хрень происходит? У них виртуальная реальность ломается. И куда? В никуда? Ну и в принципе то самое оно, чтобы закончить. О! Так что, народ, на сегодня это все. С вами был Алекс Диего. И игра Boneworks. Если вам понравилось, не забудьте подписаться, поставить палец вверх. Вот этот палец. Вот этот палец вверх. И оставить свой комментарий. Это важно. Комментарии повышают просмотров. Так что еще можете донатить, я себе больше игр прикуплю или какую-нибудь хуйни для VR-а. Все за свой счет, да за свой счет. А я желаю вам всего скорого и удачи, друзьяшки мои. Пока-пока.